Привет, это канал I Like Pet, я Таня. На прогулке ваша собака то и дело тянет поводок, и вы мечтаете отучить ее от этой вредной привычки, значит, этот ролик вам точно будет полезен. В этом выпуске мы расскажем вам о самых эффективных способах отучить собаку тянуть поводок на прогулке. Собаки могут тянуть поводок на прогулке по самым разным причинам. В одних случаях сказывается недостаток воспитания, в других виновато может быть отсутствие доверия к хозяину. Также нередко лающие начинают тянуть поводок из-за неудобного для них ошейника. Как отучить собаку от такой вредной привычки? Давайте подробнее рассмотрим самые популярные способы. Отучить собаку тянуть поводок можно с помощью метода безальтернативного поведения. Как только питомец начинает тянуть поводок, остановитесь. Стойте до тех пор, пока поводок не провиснет. После уже можно начать движение. Если собака через какое-то время снова начнет тянуть поводок, повторите эти действия. Со временем лающий друг поймет, что после того, как он начинает тянуть поводок, хозяин останавливается и прогулка прерывается, и, соответственно, перестанет так делать. Отучить собаку тянуть поводок на прогулке можно с помощью кликера, специального звукового устройства. Оно помогает создать положительное звуковое подкрепление для правильного поведения животного. Щелкайте кликером и подкармливайте питомца только тогда, когда он идет, не натягивая поводок. Со временем у собаки закрепится положительная ассоциация с правильным поведением на прогулке. Возможно, ваша собака тянет поводок просто потому, что она не видит вас лидера. Чтобы ваш питомец давал вам на прогулке вести его, поработайте над отношениями с собакой заранее, еще до выгула. Не надевайте поводок на лающего друга, пока он не успокоится. Выходите на улицу только с послушным, спокойным животным. Собака должна чувствовать, что именно вы решаете, когда и как она будет гулять. Говорите с животным всегда спокойным, твердым голосом. Не допускайте грубости, но будьте уверены в себе. Собаки могут тянуть поводок из-за неудобного ошейника. Если вы видите, что ошейник некомфортен для вашего питомца, если он причиняет ему боль или даже травмирует шею, незамедлительно смените его. Возможно, с новым удобным ошейником собака перестанет тянуть поводок. Если ваша собака тянет поводок на прогулке, попробуйте один из перечисленных способов. Думаю, он очень быстро решит эту проблему. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!